Раз. А что это то, что я говорю, что цвет меняется? Здравствуйте. Ну ты, блин, вообще даешь. Мне нравится студия. Классная вообще. Ковер, как у моей бабки. Меня зовут Тарабанов Юрий. Я закончил Санкт-Петербургский университет кино и телевидения. Что рассказать про кино? В университете мы пробовались по Чехову, ставили спектакль «Барыня». Ну и, соответственно, все пробовались на роль барина, спившегося. Все пытались сыграть алкоголиков. Ну и как раз у меня произошла несчастная любовь. Просто рухнул на пол и начал плакать. Вот. Тогда мастер говорит: Тарабанов, роль твоя. Вот тогда я запомнил, что такое система Станиславского. Ну ты там, Дэвон, там вырежешь потом все. Значит, общага. Сдали мы сессию. Ну и пили первый день, второй день, третий день. Вот, прибегает Серега, говорит: слушайте, у меня тут, короче, табурет старый. Это туда он еще расфигачится, и мы поржем, все весело будет. Он размахивается, давай этот табурет. Фью, табурет, значит, делает переворот и четырьмя ножками втыкается в землю. Вот так. Ты пишешь? Да я не знаю, что рассказывать. Что тебе нужно, человек? Играю я мента. А мент, он скотина еще та. И понимаю, что когда я вхожу, действительно понимаю этот образ, мне настолько становится противно. Рот закрой! Ты со мной хочешь поговорить? Да. Давай! Страшно, когда не могу из него выйти. То есть какое-то время пытаюсь спасать себя после этого. Вот, но я понимаю, что мне эта роль дает очень много мучения. Что ты там, Дэн, крутишь? Тут должна быть эмоциональная чушь, понимаешь? Короче, приходит грузин к врачу, достает. Доктор говорит: так, у вас здесь болит. Нет, доктор, не болит. Здесь болит. Нет, доктор, здесь. Нет, доктор. А чё ты припёрся сюда? Красивый, да? Я что, на шутника похож? А потом выходит парень, рассказывает какую-то чушь. Рассказывает про то, что он закончил кулинарный техникум. Стало его жалко. Думаю, подойду сейчас к парню, пожалею, скажу: слушай, друг. Стой, сука! Там, ну, не твое призвание, иди в кулинарный техникум. Но самое интересное, что я его потом видел, наверное, в рекламах 10. И ничего не понял, что происходит. Что происходит? Скажите мне, друзья. Много ролей у меня играл всяких официантов. Но на самом деле люблю играть отрицательные роли, жесткие. Америки. Нажмите любую клавишу.